Здравствуйте! Новый выпуск будет посвящен теме, которая занимает умы наших, моих соотечественников почему-то с, как сказать, очень сильно, короче, занимает умы, чтобы понять, о чем пойдет речь, и прочувствовать всю глубину озабоченности. Я предлагаю вам под легкую музыку ознакомиться вот с этими примерами. Это комментарии, взятые только под одним все тем же самым видео. А сколько их всего под другими видеороликами, сколько этих мнений вообще накопилось, я затрудняюсь сказать. И, надо сказать, это еще не все. Это только то, что я нашел, а потом я просто устал искать. Итак, немного легкой музыки и ознакомливаемся с мнениями дорогих россиян, экспертов в космонавтике и звездной навигации. Поехали! Итак, речь пойдет про говно, мочу, испражнения, дефекацию и так далее. В общем, все эти радости жизни, простые радости жизни, которые понятны нашим диванным экспертам. В общем, скорее всего, фишку про памперсы запустил в народ
некий весьма остроумный гуру, и ширнормасы радостно подхватили, проглотили, не поморщились и понесли это дальше. Возможно. Искать я первоисточник не хочу, памперсы, не памперсы, это совершенно не важно. Начну издалека. И даже не из космонавтики. Гордость отечественной военной авиации. Самолет «Аксакал», стратегический бомбардировщик Ту-95. Первый полет первой модели состоялся в 1952 году, на вооружении стоит, кажется, с 1956 года. Прошел целую кучу модернизаций, менялся из бомбардировщика в ракетоносец и так далее, так далее. Вот. Ныне летающие машины, которые известны как Ту-95МС, это, в общем-то, не совсем Ту-95, потому что они созданы на основе Ту-141, который сам создан на основе Ту-95. То есть, как бы оно прошло круг и вернулось к начальному названию, но это уже другой самолет. Так вот, машины Ту-95 появились в конце 70-х годов. И в числе новшеств в конструкции этих самолетов, там было много чего оригинального, и вот в числе новшеств там оказались туалеты. До всего этого времени, с 52-го года и до конца 70-х, на Ту-95 всех модификаций туалетов не было. Вместо туалетов подразумевалось использование ведра. Ведро, газетка, вот, собственно, и все. Однако в аналогичном по назначению американском самолете B-52 Stratofortress туалет, какой-никакой, не очень удобный. Его ласково называли мешочек с медом, горшочек с медом. Штатный туалет в конструкции Stratofortress был с самого начала. О чем это говорит? Не знаю. Это... Можете считать, что я сейчас проявляю русофобию, но факт остается фактом. Советские конструктора, авиаконструктора о туалетных проблемах задумывались неохотно. То есть ТТХ самолетов они, конечно, выдерживали, а вот удобство для экипажа, оно оставалось такое второплановой или даже третьеплановой какой-то задачей. Вот. Далее. Туалеты космических кораблей, там, где они были в наличии, создавались с прицелом, в общем-то, на недолгий срок эксплуатации аппарата, потому что большинство, ну, советских, во всяком случае, кораблей, они все были, по факту, одноразовые. А вот орбитальные станции снабжались более основательными конструкциями, потому что и, как бы, и многоразовое использование, и долгий срок эксплуатации, все это накладывало отпечаток на функционал. Вот, один из первых, я не знаю, кто сделал первый космический туалет, американцы или наши, мне пока не удалось найти эту информацию, потому что по нашим орбитальным станциям инфы подробной не так много, ну, во всяком случае, мне она не попадается, вот, а упоминание одного из первых космических туалетов, упоминание я нашел в описании станции Skylab. Также туалетами были оснащены шаттлы, какими-никакими, но все-таки туалетами. Также некоторая конструкция, которую можно назвать туалетом, есть на кораблях «Союз». Во время выхода в открытый космос, а также во время старта с космодрома, во время спуска в спускаемом аппарате, космонавты облачаются, ну, во-первых, в скафандры, понятное дело, особенно для выхода в открытый космос. А во-вторых, внутри скафандров у них есть нечто, что можно назвать памперсами, подгузники такие специальные для подстраховки. И это нормальная практика, вполне современная, потому что понятное дело, что скафандр открыть, пока ты в вакууме, довольно проблематично, а во время старта и посадки, в общем, такие перегрузки, что что-то вылиться может против желания. Вот.
Аполлоны же создавались как максимально облегченная одноразовая конструкция, рассчитанная на не очень продолжительный срок эксплуатации. То есть, понятное дело, что лунная миссия, вот самая продолжительная, она занимала около 12, по-моему, дней или 14, сейчас не помню. Поэтому для того, чтобы снизить массу и упростить конструкцию корабля, от всего, что можно выкинуть, решили избавиться или вообще просто не делать, не продумывать. Вот. Эта традиция пошла еще с первых кораблей американцев, с Меркьюри, Джеминай, и продолжилась в Аполлонах. Туалет был создан по максимально упрощенной облегченной конструкции, официально назывался Waste Management System. Ссылка на некоторое описание будет под видео. Кроме очевидной задачи избавления от отходов жизнедеятельности, эта система также как бы имела второй функционал – сбор образцов биологических, биомедицинских для последующего анализа на Земле. Особенно это актуально было для программы Gemini, ну и в Аполлонах это продолжилось. Для экстренных случаев и специальных периодов использовалась отдельная конструкция под названием… В общем, это я потом опишу чуть-чуть ниже, чуть-чуть после. Система сбора фекалий в Аполлонах в принципе отсутствовала, как часть корабля ее не было. Но в памперсы, тем более в один памперс, тем более на протяжении всего полета, естественно, никто не гадил. Это дурацкий миф. Идиотский, который запущен явным кретином, говноедом. Даже странно, что конспирологи с присущим им остроумием не заметили, что памперс был бы один на всех троих. Один памперс на всех троих в течение 2 недель. Вот это было бы вообще. Вот наш народ любит, когда вот пахнет. Когда духовность такая. Я не знаю, может быть, и не любят. Но вот эта тема, как вы видите, занимает умы многих людей. И при этом они почему-то не пытаются найти на нее ответы. Странно. Ну так вот, вместо бездонных памперсов и прочих фантазий использовалось простое, хоть и не слишком изящное и не очень надежное решение. Пластиковые мешки. Разумеется, это были не упаковочные пакеты из магазина. Это были мешки специальной конструкции, снабженные клапаном со слегка клейким слоем. Перед дефекацией мешок нужно было пристроить к ягодицам так, чтобы анальное отверстие располагалось напротив приемной дырки этого мешка. По окончанию процесса мешок нужно было залить бактерицидную жидкость, закупорить и провести дезинфекцию методом перемешивания содержимого, чтобы предотвратить нежелательные биохимические процессы. Во время планирования миссии, еще до всех полетов, было ясно, что метод хоть и очень простой, но заставляет понервничать даже бывалых военных пилотов. Поэтому в пищу предполагалось использовать продукты, которые дают малый твердый отход, малое количество. И еще перед запуском, перед стартом, за какое-то время до этого, экипаж обязательно проходил процедуру опорожнения кишечника. Глубокого опорожнения. Не очень приятно, но надо. На тот случай, если астронавту прям вот нестерпимо приспичит во время, скажем, выхода на поверхность Луны, никто не застрахован от таких неожиданностей, несмотря на все меры предосторожности. В наборе нательного белья, который использовался внутри скафандра, присутствовали специальные шорты с поглощающим, можно сказать, с абсорбентом. С некоторой натяжкой можно их назвать памперсами, но постоянно в них никто не ходил. Их надевали только когда вот нужно надеть вакуумный скафандр. И повторю, это нормальная практика, применяемая по сей день. Система управления отходами была устроена так, что моча после отбора всех необходимых проб сливалась за борт.
не всегда, но в общем случае. Мешки с калом, однако, выбросить за борт во время полета не представляется возможным, поэтому они складировались на борту в специальном санитарном контейнере. Итак, ознакомимся же с этими важнейшими системами подробнее. Потому что народ волнуется, народ хочет знать, обосранные памперсы. Очень горячая тема, очень мягкая и теплая тема, скажем так. А запах, ах. Для начала нашего знакомства с важнейшими системами космического корабля, как говорится, что главное в танке? Что главное в танке? Самое важное. Самое главное в танке – это не обосраться. Ну так вот, для начала начнем с аппаратуры для управления жидкими отходами. Конструкция для резервуара для сбора мочи. Вот она такая штука. Использовалась только в нескольких миссиях, не во всех. В общем, конструкция этого резервуара для сбора мочи, как и прочих инструментов для обеспечения столь важной функции, была несколько упрощена за счет того, что все экипажи были строго мужскими. Обеспечить контакт мочеиспускательного органа с приемным устройством казалось относительно несложно. Устройство закрывалось герметичной крышечкой для того, чтобы лишнюю мочу можно было бы выбросить в вакуум. Вот лично мне было бы страшновато пользоваться такой штукой. I take your little thing, see? I put it into this little hole here, and nip the tip. Перед сбросом жидкость отфильтровывалась от возможных мелкодисперсных взвесей, чтобы она ничего не засорила там. А выпускной клапан, расположенный с наружной стороны стенки космического корабля, он дополнительно подогревался двумя резервированными обогревателями во избежание образования льда и закупорки всей этой системы. Резервуар для сбора мочи подключался к корабельной системе посредством гибкого и прочного шланга. То есть пум, и понеслась. Еще один компонент, еще одно устройство для сбора мочи называется система перемещения мочи. Вот она такая штука. Ее уже можно применять автономно, никуда не подключая никакие шланги. Во время процесса, во всяком случае. Так как для функционирования она не требует подключения к системе сброса. Эта штука представляет собой мешок с патрубком и гибкой накатываемой манжетой. Манжета служит переходным узлом между пенисом покорителя космоса и, собственно, внутренним объемом мочесборного мешка. Одна манжета может прослужить 5-6 раз, после чего требует замены. Резервные манжеты присутствуют в списке укладки. И для всех трех членов экипажа манжета промаркирована цветом, чтобы не было никакой путаницы. Также индивидуальными были мешки, то есть их три штуки. После наполнения мешка его можно подключить к все той же корабельной системе сброса отходов и опорожнить его, отправив жидкость в самостоятельный полет. Наконец, третий компонент системы, уже упоминавшийся чуть ранее, система сбора и перемещения мочи, использованная, вот она так выглядит, использовалась она во всех миссиях, и она является как бы миниатюризированной версией предыдущей системы. Ее основное предназначение – сбор жидких отходов в периодах, когда экипаж одет в вакуумные скафандры. То есть нельзя просто так накатить манжету, еще что-то. Это нужно сделать до того, когда одеваешь скафандр. Состоит, в общем, из такого мешка-пояса, оборачиваемого вокруг талии, и такой же накатываемой манжеты с клапаном. То есть, когда мы одеваемся, вставляем пипирку, оборачиваем пояс, надеваем скафандр, надеваем скафандр, или все-таки одеваем. Всегда путаю.
Опорожнить этот мешок можно было как не снимая скафандр, так и сняв его. Все тем же самым методом подключения к корабельной системе сброса. Командный модуль и лунный модуль оба имели аналогичные системы управления отходами. Единственное различие, лунный модуль не выбрасывал жидкость за борт. Все сохранялось в большом достаточно баке на борту, а потом просто это осталось на Луне. За подробностями конструкции попрошу в документ, ссылка на который будет под видео. Но я, тем не менее, продолжу описание. Кроме вышеупомянутых конструкций и устройств, использовалось еще два приспособления. Мешок для временного хранения жидкости. Изначально он предполагался как резервный запас воды, но в миссии Аполлон-15 его задействовали как буфер, чтобы сброс мочи, который может образовать облако из льда вокруг корабля, чтобы этот сброс не мешал оптическим наблюдениям. Временно в этом мешке накапливалась моча, потом сбросилась после экспериментов. Вот. И вторая причиндалина — это система сбора биомедицинских проб отдельная. Она использовалась в миссии Аполлон-17. Вот. Это что можно сказать про жидкие отходы. Теперь твердые отходы. Кал с вкусненькой мочой, которую конспирологи почти наверняка, кто-то из них, пользуясь методологией господина Малахова, омолаживает свой организм. Вот, теперь перейдем к твердым биологическим отходам и устройствам для их сбора. Даже не для сбора кала, а для менеджмента твердых отходов. Эти мешки использовались на всех миссиях Аполлонов, и в комплект этой системы, но это на самом деле не система, это просто комплект причиндал. Туда еще входит диспенсер салфеток, крайне удобная в хозяйстве вещь, и отсек для хранения отходов. А в последних миссиях, которые отличались большей продолжительностью, там еще и был упаковочный мешок как расширение объема. Фекальные мешки также использовались для сбора рвоты, случись такое. Для вспоможения прицеливания фекальные мешки были вделаны на палечники, особенно удобные в том случае, если каловая масса, например, с трудом отделяется от анального отверстия, потому что в условиях пониженной или вовсе отсутствующей силы тяжести желудочно-кишечный тракт работает не так, как мы это привыкли на Земле. И нормальный человек в нормальных условиях не способен извергать из себя каловые массы с достаточно большой скоростью. То есть некоторые животные могут, люди, которых мы иногда встречаем по комментариям, тоже это умеют делать. Но нормальный человек на такое не способен. Вот. Поэтому по окончанию процесса дефекации, значит, пальчиком там тык-тык-тык, запихать поглубже в пакет, оторвать клапан пакета от ягодиц, протереть анус салфеткой, которую также запихнуть в мешок, залить в мешок бактерицидную жидкость красивого синего цвета. Это жидкость, состав ее, это смесь натрия хлорфенилфенола и натрия ортофенилфенола. После чего мешок герметично закрывается, перемешивается в течение какого-то времени и запихивается в отсек хранения отходов, надежно предотвращающий несанкционированное перемещение мешков по жилому пространству корабля. Ну или, если места там нет, то в упаковочный мешок. Вот. С инженерной точки зрения система управления отходами кораблей Аполлон работала в целом удовлетворительно. И что-то такое можно сказать еще и про самолеты Ту-95. Ведро в целом удовлетворительно справилось со своими задачами. Однако экипажи давали гораздо менее лестные оценки. В частности, из-за того, что для простых, казалось бы, действий
требовалось гораздо больше усилий, чем в земных условиях. Кроме того, требовалась повышенная аккуратность исполнения всех актов. В частности, несмотря на все предосторожности и технические ухищрения в устройстве URA, полностью предотвратить разбрызгивание мочи не удалось. И еще более резкой критике подверглись компоненты системы управления твердыми отходами, как из-за очевидных затруднений с использованием системы, так и из-за времени, потребного для полного цикла дефекации и дезинфекции. По оценкам экипажа Аполлон-7, на все про все уходит около 45 минут. Экипаж миссии Аполлон-16 был снабжен модернизированными фекальными мешками улучшенной конструкции. Однако испытания этих приспособлений в боевых условиях никаких ощутимых улучшений по сравнению с теми мешками, которые использовались еще на миссиях Gemini, не выявило. И идея системы, построенной вокруг использования фекальных мешков, дальнейшего развития не получила, а полученный опыт и особенно критические замечания послужили основой для разработки гораздо более совершенной системы, впоследствии примененной на орбитальной станции Skylab. Но это уже другая история и непосредственно к данной теме не относится. В общем, вот как-то так.